И я уверен, что сегодняшний день направлено все, чтобы 25 числа выборы президента не состоялись. Это все делается как политиками внутри страны, так и извне. И понимая всю ответственность в сегодняшний день, я понимаю, что комплексы, амбиции очень многих намного выше интересов страны, намного выше того, чтобы в Украине ни в коем случае не произошла война. Наоборот, более того, они делают все для того, чтобы накалить обстановку. И никто, кроме политиков, не несет ответственности на той ситуации, в которой сегодня находится страна. Я понимаю, как можно, нам нужно сделать все, как, чтобы выборы президента прошли. Они состоялись. И уверен, что нам необходимо сделать все, чтобы выборы состоялись. И в первом туре уже мы знали 25 мая, кто президент.